Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина продолжает путешествовать по Европе и делиться своими впечатлениями с поклонниками. На прошлой неделе Даша посетила вместе со своими подругами Францию. За неделю Клюкина вместе с участницами 5-го сезона «Холостяка» Дуси Губель и Снежаной Самохиной побывала на презентации нового аромата от Нина Ричи, покаталась на аттракционах, приняла участие в дегустации знаменитого французского вина и, конечно, сходила на шопинг. Вчера Дарья Клюкина показала подписчикам, как справляется со своими давними страхами. Подруги приехали на лавандовое поле, чтобы сделать несколько красивых кадров, однако над цветами летало большое количество насекомых. Дарья ужасно испугалась их, ведь она с детства страдает апифобией, боязнь пчел и ос. «Я даже не думала, что все лавандовое поле будет полно пчел и ос, а я ужасно их боюсь с раннего детства», – поделилась Дарья. Клюкина уже подумывала отказаться от красивых видео и фотосъемки среди цветов лаванды, но Дуся Губель решила помочь подруге преодолеть страх. Вместе они перешли лавандовое поле и даже сделали несколько снимков. До середины пути Дарья хорошо справлялась с паникой, однако в том месте, где ос было особенно много, впала в ступор. Это длилось несколько минут. В результате Дарья все же справилась с собой и пошла дальше. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!